10 студентов технического университета и 5 Ульяновского железнодорожного техникума будут работать на подстанции «Свияга». Всех ребят уже официально трудоустроили, а по окончанию так называемого трудового сезона тружникам выдадут заработную плату. Таким образом, юные специалисты получат свой первый официальный опыт и стаж работы по получаемой специальности. Здесь проводится работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Здесь мы в нашей работе привлекаем студентов Ульяновского государственного технического университета. Ребята, конечно, очень стремятся получить большой набор знаний на нашем предприятии. Задают очень много вопросов, на которые мы, конечно, в любом случае на каждый вопрос найдем ответ. В составе группы ребята, изучающие в вузах и среднеспециальных учебных заведениях электроэнергетику. До середины августа у них появилась отличная возможность закрепить на практике теоретические знания, полученные на занятиях. Перед работой наставники бойцов студотрядов большое внимание уделяют инструктажам по технике безопасности и правилам по охране труда. Под руководством опытных коллег молодые специалисты будут выполнять работы, не требующие специального допуска. Рабочее место дорожное, Т1 под напряжением, РТО-6, Т1 под напряжением, ТСН-1 под напряжением. Среди предлагаемых видов деятельности – работа с технической документацией, снятие показаний с приборов контроля и учета электроэнергии, мелкий ремонт на объектах электроэнергетики, а также работа по благоустройству территории. Влад Лесков – командир строительного отряда и студент энергетического факультета технического университета. В будущем молодой человек планирует пойти работать по специальности, но уже сейчас он может окунуться в рабочий процесс и применить свои знания на практике. Ну, в целом, еще в мае у нас проходил набор на практику, и я сразу горелся с желанием сюда идти в МРСК, с желанием заработать, набрать много знаний в целом на практику. А так, по личным ощущениям, я сильно доволен и коллективом в целом, и работой. Всех студентов обеспечили спецодеждой и брендированной формой. Подобного рода практика для работодателя – это приток молодых кадров в будущем. Для самих ребят – возможность получить высокую практическую подготовку в электросетевом комплексе. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.